Эй, ребята, снова я, и тут у нас игра Ита, где мы бегаем за маленькую девочку, непонятно что делаем, и убиваем боссов. В общем-то, в предыдущей серии мы с вами много чего нашли, там разного интересного, убили двух боссов. И я думаю, мы продолжаем, давайте сбегаем налево вообще, посмотрим, что поменялось, и пойдем к очередному боссу. Хотелось бы, конечно, каким-либо образом получить новое оружие, но... Не судьба, да, здесь ищи карты. Так, а наверху, а мы сюда пройти не можем. Кстати, вот там нас хэпухами могут за это. А, и записали здесь босса нам. Окей, мы подошли, записали босса. Так, где еще босс есть? Вот здесь босс есть. Здесь вообще, здесь типа супер босс какой-то, да? Давайте сходим сюда. Вот так вот, наверное, пройдемся. Так, как-то так и... В общем, посмотрим, что до чего. А, это водопад, как будто бы проход куда-то, да? Так, я иногда упираюсь, знаете, во что-нибудь, чтобы... А, во-первых, кстати, сердечки исчезли. Надо забрать их. Так, давайте налево пойдем. А, мы здесь не можем спуститься. Я на секундочку подумал, что это какой-то спуск. Это просто так свет удачно лег. Да, давайте через это пройдем. Я, правда, не понял, можно ли там пройти вниз. Но вот здесь вниз можно пройти, давайте. Там же с одной из сторон мы не могли этого сделать. Привет, когда ты прибыла? Я точно не знаю. А, значит, недавно. Прошло какое-то время с момента моего появления здесь. Хотя я отчетливо помню, как тогда растерялся. Как, да, это оружие духов? Что? Это сияющий револьвер. Где ты взяла его? Я сделала его для нее. А, это вполне объясняет качество. Эй, физическое оружие довольно бесполезно здесь. Так что если встретишь где-то еще оружие, неси его ко мне. О, я единственный оружейник духов, оставшийся здесь. Я могу сделать из него отличное оружие духов. У меня есть. О, пушка. Ого, прошло довольно много времени с тех пор, как я здесь встречал такие штуки. На самом деле это может быть одна из них. Его держала такая же девочка, как и ты, развалив его на свое плечико. Казалось, она всегда была счастлива. Минуту, сейчас все будет готово. Вау! Использование колесика мыши, чтобы переключить оружие. Возвращайся, когда найдешь другое оружие. А у нас есть, кстати. Это какая-то более убойная хреновина. Так, он нам здесь записал босса. Когда лишь... А я разве не нашел? У меня же вроде бы два было, нет? Ну ладно. Слушайте, ну эта штука уже поинтереснее. Поинтереснее, конечно, выглядит. О, смотри, там что-то появилось. Восклицательный знак. Опа, вот еще. Да, видите, вот появился типа слот. Здравствуй, я нашла этот дробовик. А, не время для шуток, как я погляжу. Я кое-что смогу из него сделать. Так, еще одно оружие. Блин, дробовик выглядит круто. Надо, короче, понять, что из них реально эффективнее и пользоваться им. А, вот здесь мы пройти не можем. Да, это тот тупичок, так сказать. О, этой штукой можем разрушать колонны. Смотрите, дробовиком, а, и дробовиком можем. Вот оно как. Интересно. Так, здесь Босяцкий, да? Так, а тут мы куда можем пройти? Налево можем пройти, я не знаю. Давайте пойдем сначала изучим, да, все, а потом уже пойдем вот во всякие места там непонятные. Так, смотрите, здесь что-то она... Ага, восклицательный знак тоже. То есть мы не можем сейчас здесь пройти, и, соответственно, не можем пойти в левую локацию. Окей, нам пометили как восклицательным знаком. Ну, пойдемте на босса, посмотрим, что из этого получится. И уже потом разберемся, пойдем в другую локацию, где у нас восклицательный знак появился. Попробуем сначала вот эту вот пушку, вот такую вот. Опа, ну сразу без разговоров лишних, вы понимаете, все серьезно. Так, ну эта пушка хороша. Только не пойму, что убойнее, понимаете? Пока не пойму, что убойнее. Не, дробан вообще нормально опускает, да?
О, господи! Он разозлился, видите, как сильно? Из-за того, что мы его попинали, молясь. Так, сменим вот на это. Единственное, что неудобно, что он нас отбрасывает от оружия. Ой, прям черепом меня. Ой-ой-ой! Еще какие-то хрени, блядь! Просто уходим от... Блядь, опять задело. Фух! Нормально, нормально. Вот это на дальних расстояниях, когда нет возможности подойти. Фух. Хорошо, мы его уделали. Так, и, соответственно, зажгли еще один глаз. Третий. Так, ну, чё могу сказать? Окей. Хорошо. Так, если мы теперь с ним поговорим. Понятно. Возвращайся, когда найдёшь оружие. Хорошо, так тут ничего не поменялось? Нет, здесь ничего не поменялось. Так, смотрим. Там еще босс. Пойдемте наверх, посмотрим, почему там восклицательный знак появился. Что... Что же нам можно сделать? Перед тем, как пойдем еще на одного босса. Так, здесь вроде бы окей, хорошо. Там еще были моменты, где мы не могли пройти. А, да, кстати говоря, один из пунктов, куда мы не могли пройти, как раз был пункт проход к боссу. Один из проходов к боссу. Здравствуй, что привело тебя сюда? Вы сказали, что построили это место? Да, под руководством архитектора мы создали этот сад из ничего. Позже нас использовали для создания стеклянного сада над деревьями. Кто вас обездвижил? Должно быть, архитекторы, люди, что создали нас. Нет нужды винить их, подобно нам, големам, они были всего лишь пешками. Хорошо, еще немного сюжета. Если нельзя, нигде пройти, да? Нет, нельзя. Так, заберем. Ой, я случайно убил паренька здесь, а я не знал, что он тут. И что-то не увидел его. Так, что дальше? Карты мы не нашли. Да, ищи, ищи карты. Так, вот что-то здесь. Странно. Ну, ничего не это. Ни одним оружием не активируется. Может быть, нас, ну, нам давно это отметило, вернее, сразу. Как только я это нашел, а просто не заметил. Свет бьет сюда в окошко. Так, ладно, раз такая бадуга, пойдемте. Опа! Опа! А! В смысле, опа, да. Мы уже здесь были же, блин. Я подумал, что я что-то интересное нашел. На самом деле нет. Так, стоп, там проход есть наверх, где мы еще не были. Или были? А, да, это где мы нашли демона. Здесь мы нашли демона, можно уходить. Так, а вот тут электричество, смотрите, смотрите. Опа! Вот что это за проход. Видали? Офигеть. Так, здесь прям можно как-то пошастать. Там ничего нет. Так, старик тут, который ищет. Так, а есть какие-то дырки? Эй,
Эй, все в порядке? Кажется, вам нехорошо. О, привет! Я не могу выйти за эту дверь. Рейки где-то там, а у меня не хватит смелости даже покинуть этот сад. Возможно, не имеет никакого значения. А? Ты все еще здесь? Тебе есть чем заняться вместо того, чтобы переживать за старика? А, ну хорошо. Опа, стеклянный сад! Судя по названию, мы оказались в нем только что. И здесь нет карты. То есть это как бы следующая зона. Там наковальня. Возвращайся, когда найдешь другое оружие. А, здесь кузнец. Так, погодите, я так понимаю, как будто бы нам сюда еще рано. Давайте пойдем назад и попробуем убить босса, который нам доступен в данный момент. Это как будто следующая локация, следующая партия боссов и всего остального. Просто охренительно. Просто офигительно. Так, ладно, спускаемся. Надеюсь, следующий босс нам дастся так же легко, как и остальные. Пока у нас не было особых проблем, как вы видите. Так, правильно мы идем? Да. А потом супербосс. Мы, кстати говоря, сейчас убьем вот этого босса следующего, и нам откроется, ну, типа, босс локации. Будем называть его так. То есть босс, которому надо прох... А, погодите, я уже могу пройти же, по идее. Да, я уже могу пройти. Но я не пойду, потому что он какой-то жесткий, блядь, обозначен как-то жестко. Давайте сначала убьем обычного. Да, вот он. Вот он проходик. А еще вот там у нас. А мы туда пройти не можем, все, да. Так. Кто здесь? Наша мать. О, твою нахер. Твою нахер. Так, мне здесь кажется, будет вот это вот удобнее, потому что он исчезает. Нам нужен хорошие шоты. Да, хорошие шоты и расстояние. Он какает этими штуками. Единственное, что главное от отдачи не попасть на его штуку, понимаете, да? Вау-вау! Новые пошли, новые-новые приемчики. Сквозь эту штуку я не могу пройти. О! Но могу стрелять. Самонаводящийся. Очень неприятный босс. Блин, скоро здесь все будет завалено. Ой-ой-ой, застрял! А, они исчезают. Хорошо. Можно прятаться, по крайней мере, за этими штуками. Эти штуки не проходят, самонаводящиеся. Отлично. Приспосабливаем окружение под себя, ребята. Залог победы, тактического выживания. Блин, он еще себя пострелять толком не даю. Ой-ой-ой-ой, схватил. Начало больше капать. Больше падать, в смысле. Очень геморройный босс, эти бесконечными исчезновениями. Он не дает нормально ДПСнуть под себя. Так, а, начали появляться темные... Ух, ёб твою! Боже мой. Так, я стараюсь как могу. Не факт, что я смогу победить его сейчас. Ёб твою мать, а? Ты смотри на это, бессовие! Скилл Айзека не дает, как дает о себе знать, как говорится, да, ребята? Чувствуете Айзека Дрочера? Олдфаги поймут. Вау, что это было? А! Мы эту штуку активировали.
О, пипец. Очередная победа. Хотя бы какие-нибудь апгрейд давало, что ли, блин, за победу. Четверо пали. Как ты? Отвратительно. Я знаю, что тебе тяжело, если бы только я могла помочь. А у нас есть другой путь, просто вечно жить здесь. Это так плохо? Есть причина, по которой кто-то из твоих близких призвал меня перед смертью. Он хотел, чтобы с тобой все было хорошо. Здесь никому не хорошо, мы все застряли тут. Это напоминает падение в пропасть без конца и края. Понимаю, тогда в путь. Так, что ж, окей, тогда в путь. Что-то появилось? Ну вот наверху, конечно, вот эта тварь, да? И вот там штука, в которую не пройти, и непонятно, что надо сделать, чтобы пройти. Так, еще нам бы, конечно, пригодились бы ХП. Найти паренька, которого можем застрелить. Я понимаю, это звучит ужасно, но... Вы меня, надеюсь, поняли правильно. А, тут нет никого. Ха... Никого теневого, что ли? Пойдете где-нибудь все-таки раздобудем. А потом уже на босса. То, что два лишних хп там, или сколько хп один. Нам совсем не... А, ну вот, вот здесь подзарядимся. Все, окей. Пошли назад. Да, плюс один хп. Плюс один хп вообще не лишний. Учитывая, что здесь все завязано на вот таких вещах, это вообще не лишнее. Складывается у меня ощущение, что этого босса мы должны были бить потом. Не сейчас. Ну ладно. О-о-о! Ну это прям отсылочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Понятно, они разбиваются еще. Попался на это я. Твою мать, твою мать. Да, конечно... Нормально его не потрахаешь, да? А чё мало так? Можно побольше? Спасибо. Так, мне это не нравится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Понятно, что телепортируется теперь, окей. Ой-ой-ой, это надо и выйдет, короче, окей. Телепорт, он коцает вот этим кругом телепорта. Этого я не знал, ну просто мы сможем отойти. Я вот анимация такая, не более того. Так что хп от незнания потерял. Два хп я потерял от незнания, именно приемов. А не потому, что лажанул в воротах там или в чем-то таком. Ой, а вот это лажанул. Ой, лажанул два раза, нифига, очень быстрый. Скорость прибавила. Ух, ёб твою мать, чё? Блять, это... Вау, это было... Окей, он очень быстрый. Это было странно. По крайней мере, новую картинку увидели. Там, видите, мы мертвые другие. Ненавижу это. Убийство. Я не вижу дна. Мы, кстати говоря, почти его победили, этого чувака. Так, давайте возьмем вот этот ствол. Конечно, фигово, что мы от него отлетаем. Ну, ладно, мне как будто бы, мне кажется, будет с ним проще. Я не знаю, сколько мы быстрее начали его убивать. Нет, я просто за хп толком не смотрю. Его. Ой-ой-ой! Все, пошло. Следующая часть.
его прелюбодействие. Так, у меня зависло. Блять, у меня зависло только что. Я не знаю, записалась ли у вас зависть, но у меня прям просто застопилось все. И у меня нес урон. Ой-ой-ой! Блять, ну это меч ему помог, конечно, знатно. Блять, он будет постоянно летать со мной, что ли? Немного сосредоточенности от стримера. Все. Стример летсплейщика. Да, с этой пушкой гораздо проще было. Зря я с дробашом его пытался фигарить. Думал, типа, я смогу бегать по, ну, как-то близко к нему, а потом уже надо было просто переключиться, мы победили бы. Окей. Еще один босс. Но мне не то, чтобы был какой-то прямо, да, сложный он. Так, хорошо. Теперь нюанс следующего характера. То есть, сможем ли мы пройти... Так, во-первых... Нет, здесь ничего. Сможем ли мы пройти с вами вот туда? То есть как-то не знаю. Кстати говоря, я что-то не понял, чтобы я вот здесь так проходил. А, все. Я забываю этот проход, он какой-то всегда кажется мне скрытным. Давайте подрегенимся. Окей. Так, пойдем налево, потому что там, типа, еще один босс показан. Может быть, мы в него туда сможем пройти только потом, после того, как в стеклянном саду побегаем, что-нибудь поделаем. Да, вот он не хочет сюда никак нас пускать. Ясно, это, видимо, это потом. Ну и там, как бы, ну, непроходимая, так сказать, ситуация. Пойдемте. Тогда наверх. Правильно я вообще иду? Да, правильно. Да, проталкиваем. Вот так вот, хорошо. Так, что здесь налево? Так, налево какой-то проход. Окей. О, здесь кошечка. Так. Окей, мы как бы вобрали силу кошечки. Поменяли кошечку мы. Эта штука не активируется никак. Нельзя с ней взаимодействовать. Зато во куда можно прийти. Опа! Так. Невероятно. Этот дух нужно использовать с большей осторожностью. Высвобождение чистого духа. Если ты используешь слишком рано, это истощит меня. Я буду использовать его только когда все будет под моим контролем. Спасибо, Ита. Хорошо. Не знаю, правда, правильно ли мы делаем, что помогаем ему таким образом. Ага. Здравствуй. Может мне сказать, откуда вам известно мое имя? Можете вернее? Что ж, я одна из первых обитателей этого места, истинный сосуд. Я была здесь еще до появления сада. Когда все, что здесь было, это врата пустоты. Прошло несколько столетий до того, как представители твоего вида стали прибывать сюда. Полагаю, это был лишь вопрос времени, как всегда. Это не ответ на мой вопрос, а? Я спросил, откуда вам известно мое имя? Ах да, я так-то привел тебя сюда, Ита. Что? Зачем?
Но если тебе и правда хочется знать, найди меня, когда войдешь во врата пустоты. В комнату с каменными глазами? Точно. Я надеялась, что она вернет меня домой. Полагаю, это возможно. Полагаете? Мы все во власти судьбы, Ита. Ты просто приближаешься к своему истинному предназначению. Хорошо, там откроются врата, когда мы убьем всех боссов, заполнятся все глаза, и мы там ее сможем найти, окей. Так это что, веревочка тут? Как бы не заблудиться. Так, проход опять как бы в другую локейшн, да? А, это мы уже брали. А, да, мы просто сделали круг. Так, пойдемте опять направо, чтобы исследовать все, что там. Так, пошли вниз, мы туда не пойдем. Пойдем наверх. Опа, хорошо. Нашли штуку с тремя этими. Так, ну а теперь давайте уйдем отсюда. Например, налево. Какие-то... А, провода. Провода, 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 провода. Смотрите, как они идут. Провода, провода. Так, этот парень без глаз тут. Так, можем войти туда. Они туда идут. Ага, окей, так. Ты типа маленький герой, да? Почему вы так ко мне относитесь? Полагаю, ты пытаешься активировать врата пустоты, правильно? Я... Заткнись. Чем больше искаженных духов ты освободишь, тем больше бардак наступит в этом мире. Тем больше жизни это потребует. Ты правда думаешь, что врата пустоты отпустят тебя домой? Ты не имеешь ни малейшего понятия об этом месте, иначе бы поняла, насколько жалки твои попытки. Разрушение — это кровь и плоть этого сада. Глупая маленькая девчонка не сможет остановить это. Ничто не сможет. Я какой-то депрессивный парень. О, блядь, сразу лол, там даже пометочки не было. Неожиданно, да, ребята? И все битвы с боссами какие-то неожиданные, блядь. А это что за хуйня? Ёб твою мать, а? Но здесь прямо все отсылки на Dark Souls. Либо я идиот. Хотя, может быть, и то верно. И отсылки на Dark Souls, и я идиот. Так, я думаю, что когда мы кого-то одного из них трахнем... Второй, наверное, озвереет. Вот вопрос, стоит ли другого спускать до лоу хп, чтобы сразу добить, или после этого он просто восстановится хп? Понимаете, да, как может быть? Ладно, узнаем. Это просто пиздец, конечно, вот от всего вот этого уворачиваться, это просто трэш. Вау, видали? Так, минус один. Это хрень, которая прыгает, она очень странная. А вся была такая ебанутая? Или она реально ебанулась, просто как мы убили его? Ай, бля, не заметил маленькую хрень. Бля, я даже не могу в нее попасть, ну, нормально, потому что я просто... Занят у ворот, я даже примерно не могу найти ее местонахождение. При этом она прыгает постоянно от патронов.
Ой-ой-ой. Ну, окей, я реально просто не понимаю, что творится. Мне кажется, ее надо первую убить, потому что она какая-то, ну, ёбнутая, короче говоря. Пойдемте. Будем ее убивать первой. То что чувак вообще что-то не напрягал? Вот это. Давайте. Не, она вся была больная. Бля, ну чё ты припёрся, бро? Ой, задело. Когда будет супер прием, если мы до него доживем? Мы спустим на вот эту, блядь, прыгушку сраную. Все, окей. Ну вот он тоже, типа, стал немного другим. То есть, видите, такой прием сделал этой хренью. А, он застрял, смотрите. А, не-не-не, не застрял. Ну, он вообще легкий, вот этот чувак вообще беспонтовый. Он начинает, конечно, вертеться там, когда ее убиваешь, типа, когда его, ну, фигня. И вообще, кайтить изи. Поэтому, если будете проходить, ребят, убивайте прыгучку первым делом. Ну, вообще без проблем прошел. Тут было просто непонятно. Я, ну, не понимал, как действовать. Что будет, типа, после убийства и... Хорошо. Раздолбали его. Ну, ребятки, на этом, наверное, на сегодня и все. В общем-то, проходим мы достаточно просто. Вот эта хрень откроет нам ту дверь, видите, что-то к ней приведено. В общем-то, все. Ставьте лайки, если вам нравится. Если не нравится, поддержите канал, пишите комментарий под видео. Не забывайте подписываться на канал. Если не хотите пропускать ролики, кстати, жмите на колокольчик. Будет уведомление, приходите о видосиках. Так что все, с вами был Серега Хелье. Приходите на канал Твича, нам проходят прямые трансляции. Всем не хворать, не болеть и пока!